Дорогие друзья, мы уже сейчас приступим к вопросам и ответам. Я тут вижу в зале Ксению Бродацкую, я перешел на русский язык. Она, по-моему, сегодня единственная наша русская сестра, которая здесь, на этой встрече, сидит, ничего не понимает, что говорят по-армянски. Но господин Синанян, Ксения, директор детской библиотеки, которая армянский подвижник. У нее в библиотеке уже который год? Девятый? Десятый год проводится декады армянской культуры. Ксения несколько раз была в Армении. Ксения влюбилась в Армению. Сейчас едет. Это совершенно потрясающе. И мы ничего не делали для этого. Мы не агитировали, не уговаривали. Вот как-то так вот Божьим промыслом это случилось. Поэтому я хочу вопросы и ответы начать с Ксении. А остальное по распорядку, Иван, я отдаю в твои руки. Все. Ксения, пожалуйста. Спасибо большое за возможность сказать несколько слов. И прежде всего я хочу напомнить о том, что в ноябре по традиции в нашей библиотеке, в филиале номер 10 на Пискаревском 16, пройдет 10-й фестиваль национальных культур, в котором наша библиотека будет представлять армянскую культуру уже 10-й раз, 10-й год подряд. Я приглашаю всех присутствующих к нам на фестиваль, я приглашаю всех на неделю армянской культуры, которая состоится с 11 по 16 ноября. Я также хочу сказать огромное спасибо армянской общественности Санкт-Петербурга за колоссальную помощь и поддержку, которую вы оказываете нам. Для нас это необыкновенно ценно, потому что когда есть обратная связь, и мероприятия наши получаются гораздо более глубокими, более содержательными, более насыщенными. Вот, Рузана Агабековна, вам сердечный поклон, низкий поклон, большой-большой привет и спасибо большое за многолетнее сотрудничество с нашей библиотекой. Ваган Рафаэлович, вам огромное спасибо. Благодаря вашему участию наши мероприятия также имеют широкий резонанс. И я думаю, мы еще что-нибудь сделаем такое интересное, необычное в этом году. Спасибо большое. Также я хочу поделиться со всеми вами. Хочу сказать о том, что вот буквально вот в воскресенье, 15 числа, я лечу в Ереван. Но так сложилось, что, вернее, так случилось, что ни с одной другой страной не сложилось у меня такой любви, как с Арменией. Для меня это источник вдохновения, для меня это необыкновенная радость в очередной раз, вот в пятый по счету, побывать в Армении для того, чтобы вдохновиться и вновь вдохновить, как Карен Ромикович как-то сказал, заразить армянским вирусом, и мне очень понравилось это ваше выражение, заразить армянским вирусом наших читателей, с которыми также есть обратная связь. Я вот думаю, мы с Ваганом Рафаэловичем как раз еще сделаем мероприятие, которое эту армянскую, вернее, вот эту вот обратную связь продемонстрирует. Спасибо большое, и я приглашаю к сотрудничеству. Пожалуйста, приходите к нам, выступайте. Помогайте нам. Ну, а мы всегда готовы к общению, всегда готовы принимать вас в гостях в нашей библиотеке. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Я буквально для информации. Можно, Ксения, пожалуйста, микрофон? Спасибо огромное. Я просто для информации просто сообщу нашему уважаемому собранию, что сегодня с утра мы были в правительстве Санкт-Петербурга, встречались с руководством Комитета по межнациональным связям и гармонизации и миграционной политики. Вот. И у нас совершенно чудесная встреча прошла господина Синаняна с руководителем комитета. И, в общем-то, господин Синанян пригласил руководителя комитета в Армению, поэтому и в том числе наши вот городские чиновники, ну, они очень много летают, очень много делегаций в Армении на самом деле, но в том числе и в скором времени, надеемся, и комитет по межнациональным связям тоже полетит в Армению. Ксения, спасибо за ваш подвижнический труд. Спасибо огромное.